Велосипедное сообщество «Катафот» существует уже не первый год. Оказалось, что велосипедисты не против совместить приятное с полезным, катаясь по городу, изучать его историю. Помочь им в этом в свое время вызвался местный краевед Данил Дегтярев, а позже родилась идея сделать совместный квест. Первый блин в прошлом году не оказался комом. Квест состоится снова. Вся игра будет проходить, по сути, с помощью мобильного телефона. То есть участник будет получать задачу, вопрос в телефоне, то есть это некое секреченное место в городе. Это может быть исторические места, памятники, здания, какие-то арт-объекты современные уже. Участник приезжает на это место на велосипеде, кликает в телефоне кнопочку «Проверить», и дальше уже либо он угадал, и ему выдается следующее задание, либо он не угадал, и он ищет далее уже эту точку. В общем, если велосипедист знает историю, то квест он может пройти и за 3 часа, а то и быстрее. Если нет, можно колесить по городу все 20 часов и дольше. Правда, организаторы говорят, предусмотрена система подсказок. Если кто-то вообще, в принципе, ничего не знает о Барнауле, то для него вопросы будут сложные. Если вы ходили на мои экскурсии, если вы смотрели видео со мной, если вы читали какие-то мои материалы, то вам будет проще ответить на эти вопросы. Я бы очень хотел, чтобы все, кто дружит с двухколесным другом, и те, кто интересуется нашим городом, обязательно присоединились к квесту. На момент съемки сюжета желающих поучаствовать было уже 140 человек. Возрастных ограничений нет. Это может быть как молодежь, так и взрослые люди. Дети в сопровождении взрослых. Главное – умение кататься, наличие велосипеда и мобильного телефона. Выбрать можно и маршрут. Первые две категории легкие, они будут проходить в районе старого города. То есть, грубо говоря, это от площади Октября до речного вокзала. Две сложные категории будут проходить, по сути, по всей территории города, кроме каких-то удаленных районов типа Южного. Я очень надеюсь, что вот такие форматы, как это сейчас называется, интерактивные, да, интерактивное изучение истории, вот это сделает популярным исторический центр Барнаула и вообще, в принципе, любые исторические объекты нашего города, ну и для молодежи, конечно, в первую очередь, хотя практика показывает, что катаются на велосипедах у нас далеко не только молодые люди. Регистрация на квест еще идет на сайте сообщества «Катафот». Будут и победители игры. Набравшие наибольшее количество баллов за правильные ответы на исторические вопросы, получат призы от сообщества и спонсоров. Но главное – это хорошее настроение и прогулка по городу на любимом двухколесном друге. А еще организаторы надеются на хорошую погоду. Во время съемок нам не очень повезло. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.